почему американские компании, особенно американские компании, не успешны в России в основном. Американские компании создают всегда один шаблон, который работает в Америке. Вместо того, чтобы гибко работать на разных рынках с совершенно разными прайс-листами, технологиями продаж и так далее, да, большинство американских компаний вот этот шаблон просто тупо пробивают в любой стране. Если в Европе это работает, на Ближнем Востоке это в основном работает, то во всем остальном мире, а это тоже много, это, в общем-то, как бы мир Европы не заканчивается, и в России это не работает. Да-да-да, это не работает. И, собственно говоря, здесь нет никакой магии, просто есть российские условия, есть российские особенности, здесь немножко по-другому все это работает, просто к этому надо адаптироваться. Гиганты типа Cisco, понятно, что они не только адаптировались, они в России еще и правила-то устанавливают, да, определенные. У крупных игроков, как правило, есть какие-то там правила и так далее. Это, видимо, англосаксонская какая-то история, я вот с англичанами, как ты знаешь, работал, да, наверное, и мне было очень удивительно, почему нельзя презентацию, хотя бы слайды переставить местами. Нельзя, можно перевести. А зачем переставляешь? В McAfee была такая история, то есть когда Stonesoft купила McAfee, давайте сделаем конференцию, где представим все по-новому. А я, надо сказать, что никогда не читал чужих презентаций. То есть, если мне давали какую-то презентацию, я все равно ее переделал под себя. И тут, значит, мне присылают презентацию с грамматическими ошибками. Я начинаю там поправлять, переставлять слайды, мне говорят, нельзя. В конце концов, я плюнул и прочитал ту презентацию, как она была. Люди, скажем так, улыбались. Ну, иначе ты не командный игрок. Да-да-да. Только крупные компании, которые долго варились на разных рынках, они понимают, что там для азиатского рынка один прайс-лист, там, да, для европейского может быть другой прайс-лист, для еще кого-то там третий прайс-лист. Ну, Cisco, например, она делает более проще, да, у них есть global прайс-лист, и там скидки до минус 70. Да. А в других местах, все равно можно было работать гибче, да. В том же Stonesoft у нас была гораздо более гибкая политика, и российский прайс-лист вообще был не похож на другие прайс-листы. По выходу на зарубежные рынки, понятно, что это вообще важная государственная задача. Ну, так по-хорошему, да? Это же все-таки экономика-то берется за счет экспорта, а не импорта. Шансы у российских производителей там решения безопасности, они какие-то есть? Что им нужно делать? Выход на зарубежный рынок – это большой риск, с одной стороны. С другой стороны, это очень долго. Тут ты приходишь вообще с непонятным продуктом, и тебе нужно убедить заказчика, что вот этот продукт, просто вот супер. Конечно, если продукт совсем другой, он выполняет какую-то специфическую задачу, и никого нет, его купят. Если это что-то, скажем так, какие-то конкуренты есть, то с ним будет тяжело. Если это продукт, где никого нет, это означает, что нет еще ниши, и означает, что люди будут думать, а вообще нужно ли мне это. Если уже есть, то есть конкуренты, и все будут думать, зачем мне продукт. Рисковать вот чем-то какой-то там, продукт из какой-то там России. Может быть, он даже красивее, лучше. Да, поэтому любой выход на рынок, здесь всегда нужно запастись терпением. То есть это не год, не два, это начиная там с 3 лет и чуть-чуть дальше, да. И государственные программы, наверное, надо строить примерно так же, да. То есть надо просто чиновникам, людям, которые занимаются этим, нужно понимать, что если мы съездили там 2-3 раза на выставки зарубежные, и никто ничего не покупает, это не означает, что продукт плохой. Это означает, что мы только занимаемся сначала тем, что мы рассказываем, что такой продукт вообще существует. А дальше будут следующие этапы, которые будут там, скажем так, делать следующие шаги, которые будут приводить потом к продажам. Проблема российского рынка, что он маленький. Да, он маленький. И здесь нельзя взрастить большую массу денег, да, на которые можно куда-то идти, да? Вопрос в другом. У нас нет инвесторов, которые инвестируют на долгий срок, и это сразу убивает эти вещи. А потом, все равно надо работать. Открыть ту же фирму на Кипре, как ты говоришь, да? Кипр, видимо, твоя любимая страна. Да. То есть открыть фирму на Кипре. Это определенные усилия, там, да, это определенные риски и так далее. Надо делать офис где-нибудь там, к примеру, как все делают в Амстердаме, например. Это тоже деньги. Надо найти местных, потому что ты сам туда приехавший ничего никому не продашь. Надо сработаться. Это долгий процесс. Есть в России специфика, да, там, отличная от Европы. Однозначно, естественно. Как техническое, так и, собственно говоря, в самой восприятии, технологии, продажи. Сейчас стало же проще разрабатывать в России. Курс доллара вырос, дешевле стало заниматься разработкой. Это очень сильно помогает. нас сейчас проблема другая. Программистов не найти хороших. У нас вот эта система образования, которая долго выпускала людей, которые угадывают вопросы, снизила уровень, да, снизила уровень наших инженеров, программистов. Просто сложно найти тех, кто реально готов работать, те, кто реально умеет думать, там, не угадывать, скажем так. Я так понимаю, что с программистами-то там еще и другая история. Ему какая разница, в России работать или где-то в другом месте, если он владеет на каком-то базовом уровне языком? Программист, работающий и сидящий дома, у меня такой казус уже был, есть сейчас очень хороший, очень супер программист. Мы его с очень большим трудом выдрали из другой фирмы. Тогда это еще было в Stonesoft. Ну, здесь российский офис разрабатывал все, что относилось к российской криптографии. Он сидел в основном дома. Раз в неделю он приезжал в офис и сидел с нами. И однажды, когда он пытался спросить, а не пойдет ли кто-нибудь обедать, он не смог это сделать. Он не смог по-русски это сказать. Да ты что? Да, это были русские слова, но это был не русский язык. Я говорю, ну, ты приходи. Почаще. Да, почаще. Мы хорошие, мы не кусаемся. Он стал ходить, то есть, и ну, это стало лучше, мы даже быстрее стали работать. Нахождение программиста дома и качество его работы, качество работы команды – это очень разные вещи. Не зря все-таки офисы еще существуют, несмотря на то, что аутсорсинги, там, да, все эти дела, там, все об этом очень много рассказывают, но что-то пока этого не так много. Ну что ж, друзья, как рассказал гость, работать можно и в России, и на Западе, везде есть свои плюсы и минусы. Работая и там усилия нужно прикладывать не вдвойне, не втройне. Нужно работать, нужно просто этим заниматься, и успех будет обеспечен. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.